Меня зовут Анастасия Ефременко, и мне 11 лет. Я участвую в этом конкурсе, потому что я хочу повысить свой уровень рисования, добиться стабильного результата и чувствовать уверенность в себе. Моя картина о режиссере-иллюстраторе. Я из команды «Арт и Ранды Дети», и моя картина на тему «Мой сказочный герой внутри меня». Рыжий кот на моей картине – это мой кот, который состоит частичка вдохновения на моей картине. Свет прожектора сзади моего героя – это как подчеркивает то, что он находится в тени. Многие режиссеры и сценаристы остаются в тени, потому что их герои и актеры остаются на первом плане. Мой персонаж – это сценарист, и в нем я вижу себя. На этот образ меня вдохновил Федор Нечитайло, и я хочу, чтобы получатель этой картины был таким же уверенным, как он. Я очень рада, что участвую в этом конкурсе. Я занимала первые места и дошла до гранд-финала. Я очень надеюсь, что вам понравится моя работа.